Человек Бог создал для рая. Человек Бог создал для рая. Это что рай? Ты должен всегда радоваться. И когда кто-то тебя не радует, тебе больно. Тебе же Бог так создал. И это точно так проправлено, чтобы ты должен больно молиться. Ты, Бог так тебя создал. И на нас это идет, это боль. Кто-то, когда тебя кто-то ругает, чтобы... И потом уже человек начинает сам себя работать уже. И ты осознаешь, что ты уже не рай. И ты должен уже попасть в рай. И когда ты думаешь, как можно попасть в рай, ты должен его по-другому жить. Ты должен всех простить. Мы каждый день читаем «Отче наш». Каждый день читаем «Отче наш». И что мы говорим? «Прости меня, как я прошу. Если я не могу простить, ты меня не прощай. Если я могу простить, ты сам себя заклинаешь. Если ты не можешь простить, когда читаешь «Отче наш», ты сам себе проклинаешь». Это очень, это молитву наш Бог дал. Бог только это молитву дал нас. Другой молитвы Бог нас не дал. Только эта молитву дал нас. И каждый очень наш, мы говорим сам себе, если мы не можем простить, ты тоже меня не прости. Если Бог нам не простил. Он наш ум, что идет, что я... Миша, никто не попадем в рай. А если это будешь, потом всех получишь. И потом боли уже не будет. А когда это нету, когда уже боли есть? Очень много боли. Я всегда думал, наши патриархи, он всех любит. Как он может любить это? И как они его ругают, они его... Очень трудно, да? Ну, он их молится. И он хочет стать как Христос. Когда христиан хочет стать как Христос, и мужчина хочет стать как Христос, а женщина как Божья Матерь, уже по-другому они уже... А когда мы живем по-другому, уже это все по-другому. За это мы уже не можем вырасти. За это мы не можем.